Седьмое место в этой категории. Поздравляю девчонки друг друга. Девчонки, вот фестиваль чуть-чуть позже, хорошо? Покажите, дорогие друзья, седьмое место в этой категории занимает танцевальный коллектив «Ритмикс Россия», Ленинградская область. На шестом месте «Саншайн», Италия. Девятое место. Оазис Танц, Россия. На четвертом месте. Среди взрослых малых групп. Танцевальный коллектив «Абра-кадабра». У меня все, у меня дрожит все. Бронзовые призеры чемпионата мира 2009 года. Категория взрослые малые группы классика «Бинанс». Танцевальный коллектив «Ниагара». И два танцевальных коллектива на площадке. Представительницы двух стран. Замечательные, очаровательные, прекрасные девушки. И серебряные призеры чемпионата. Танцевальный коллектив «Сундарам». Чемпионов мира 2009 года в категории